Возможно, уже через несколько лет это изобретение перестанет удивлять людей. Ведь когда-то и электричество было в новинку. А сегодня оно неотъемлемая часть повседневной жизни. У жителей Курска появился еще один надежный источник света. И находится он недалеко от проспекта Победы. В четверг после реконструкции открылась подстанция «Садовая». Инвестиции в проект составили почти 2,5 миллиарда рублей. Кого будет снабжать электричеством новый энергообъект, узнала Ирина Бобровская. На реконструкцию подстанции «Садовая» ушло 3 года. Были построены пункты управления, установлено новое оборудование, современные устройства, релейной защиты, связи и противоаварийной автоматики. Подстанция сегодня построена абсолютно, я вам скажу, что по новым технологиям. Это говорит о том, что на сегодняшний день Курская область обеспечена, и город Курск, в основном город Курск, обеспечен в полном 100% объеме обеспечения электрической энергии. В соответствии с проектом рядом с подстанцией появились 2 автотрансформатора мощностью 200 мегаватт и трансформатор поменьше. Они оснащены системами охлаждения и пожаротушения, мониторинга внутреннего состояния и параметров работы. Объект, которым можно гордиться. Здесь применены самые современные технологии. И что самое приятное, мы уже обсуждали, здесь есть еще до сих пор часть импортного оборудования, но на сегодня в нашей инвестпрограмме уже такие объекты мы делаем полностью на современном российском оборудовании. Решение о реконструкции подстанции было принято еще в 2007 году. Она обеспечивает электроэнергией больше половины потребителей Курска, в том числе и предприятия. Эта подстанция обеспечит надежное электроснабжение завода «Прибор», счет «Маш», часть вот жителей этих микрорайонов. Это и надежное снабжение наших подстанций, контактной сети, троллейбусов, трамваев, наших тяговых подстанций, тяговых подстанций и российской железной дороги. По мнению специалистов, реконструированная подстанция обеспечит энергобезопасность областного центра, а также позволит ему развиваться дальше. Ирина Бобровская, Андрей Дегтярев, телеканал «7».